Всем привет! Сегодня готовлю винегрет с красной рыбой. В этом блюде собраны полезные ингредиенты. Запеченные овощи, красная рыба и яркая заправка. Салат получается вкусным и красивым. Сладость свеклы и моркови отлично сочетается со слабосоленой рыбой. Огурчики добавляют хруст и вкус. Заправка объединяет составляющие. Ингредиенты и пошаговый рецепт в описании под видео. Свеклу нарезаем небольшими кубиками. Рекомендую использовать перчатки, чтобы не окрасить кожу рук. Все овощи я заранее запекла в духовке и хорошо остудила. Перекладываем свеклу в отдельную миску и поливаем растительным маслом. Хорошо перемешиваем. Таким образом, на поверхности образуется пленка, благодаря которой свекла не так быстро окрасит остальные ингредиенты. Морковь также нарезаем небольшими кубиками. Перекладываем в миску, где будем смешивать салат. Запеченный картофель разрезаем пополам, а затем нарезаем так же, как и остальные овощи. Отправляем картофель в миску. Маринованные огурчики нарезаем небольшими кусочками. Высыпаем кубики в миску к остальным овощам. Красную рыбу нарезаем кусочками покрупнее, чтобы она хорошо чувствовалась. Выкладываем рыбу в миску. Сделаем заправку винегрет. В небольшой миске смешиваем оливковое масло и белый винный уксус. Добавляем горчицу, пару щепоток соли и перца. Хорошо перемешиваем. Можно воспользоваться венчиком. Соус должен стать однородным. Когда это произошло, поливаем заправкой ингредиенты в миске и хорошо перемешиваем. Добавляем подготовленную свеклу. Еще раз перемешиваем, обязательно пробуем. Возможно, понадобится добавить соль или перец. Я добавила и то, и другое. Еще раз перемешиваем. Салат готов. Подаем сразу, пока овощи яркие и разноцветные. Винегрет вкусен и на следующий день, но выглядит не так красиво. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр, ваши лайки, комментарии и подписку. До новых встреч!